Дорогие друзья, всем привет! Целый день парился над настройкой веб-камеры, потому что меня не устраивало предыдущее качество. Я не понимал, что не так, и сколько я разных способов перепробовал, сколько я раз не пытался ее настроить разными способами. И драйвера откатывал, и снова ставил. И, короче, вот я считаю, что сейчас вроде как картинка более-менее. Тем более я сейчас на весь экран, чтобы было четче видно. Просто хочу у вас узнать ваше мнение. Как у вас сейчас картинка? Нормально видно? Хорошо? Плавность. Я сделал 60 кадров. Я добавил разные насыщения. Короче, вроде как и расширение даже сделал отличное. Короче, скачал драйвера. Надеюсь, что сейчас вебка будет гораздо лучше и качественнее, чем в предыдущих роликах. И также хочу вас оповестить о том, что сейчас после этого ролика сразу же начнется стрим на моем втором канале. Подписывайтесь, ссылка в описании. Holdik Stream. Ну и там еще канал для влогов, если не впадлу, подпишитесь. А еще ссылка на Инстаграм. Если на Инстаграм подпишитесь, вообще будете молодцы. Я так хочу Инстаграм аккаунт, ребята, раскачать. И тоже там что-то делать, а может и ничего не делать. Короче, подписывайтесь на все мои соцсети, ставьте лайки и погнали, друзья! Вот так вот. А вот так вот вебка еще мне больше нравится. Днем, конечно, не так, как вечером, но тем не менее. Короче, что я сегодня хочу? Я сегодня хочу закончить уже с Барли, ребята, Штольня. Штольня... Мне эта карта не особо впирает, но так как я Барли могу на этой карте апнуть, я хочу с этим закончить. Осталось менее чем 2 часа. Сейчас где-то минут 10 уйдет на ролик. Я где-то минут 10 потрачу на то, чтобы опубликовать ролик. И останется 1.5 часа до конца этого режима. Я хочу Барли успеть за эти 1.5 часа на стриме поднять на 500. Попытаться хотя бы. Если вам интересно, срочно ныряйте в описание, подписывайтесь и ждите стримчанский. Сразу же стрим в Brawl Stars. Ну что, а на видосик погнали по традиции. Несколько каток. Разминочка такая, знаете, разогревчик будет. Ну и всем приятного просмотра. А данный видеоролик сделан при поддержке компании 1xBet. Если ты увлекаешься спортом или киберспортом, у меня хорошая новость. У них там огромный ассортимент этого добра. У них большие коэффициенты, быстрые выплаты. В описании в закрепе ты найдешь самую полезную информацию, получай бонусы и удачи тебе. Так, пока вы там смотрели рекламную паузу, я тут нагибал Шелли. Хотя она меня чуть сама не нагнула. Так. Ну, слушайте, блин, опасно. Вроде не мансил особо, но забрала все мои баночки. И вообще так нагло, блин, дело в том, что, понимаете, она вообще... ей было по фене. А... Слушайте, ну надо ее добивать. Надо ее мочить, сучку. Ну почему никакой бык не вылез с кустов? Ну по-любому же где-то в кустиках сидел бычара. Значит, сразу предупреждаю, ребята, что я буду крысить. Я не буду вообще вот этой теперь панькой игроком. Мне вообще насрать, правильно это или неправильно. Я сделал для себя вывод. Я в любом подходящем моменте буду крысить. Мне похер, что подумают остальные. Правда, я уже приводил много примеров, где... ну, я не понимал игроков, где я настолько показывал, что я вот, как бы это, ну, с миром, да, то есть не буду крысить тебя 100%, там, и банку отдавал, и коктейль отдавал, игроки это не оценивают и все равно тебя предают, поэтому предают они, буду предавать и я, все. В этой игре больше нету честного игрока, все, предательство, one love, ну, не, ну как предательство, тиминг, кто тиминг породил, тот и, собственно, получает в ответ крыс. То есть я вообще не считаю, что тимиться это правильно. Так, мне интересно, меня тут уже поджидает кто-то? Ну, по-любому же, да, кто-то аж стоит уже тут, ждет холдика. Да, я так и знал. Вот сука, а. Еще, блин, так бесит меня, все тусовались возле меня, минус один. Ух ты, блин, я что-то начинаю сомневаться, что я за 1.5 часа успею это сделать. Но я реально буду пытаться, вы реально приходите. Так. Это начало у меня просто не особо задалось. Я без банок был весь бой. Вот, Шелли, блин, много времени потратил. Так, кто там у нас? О, сейчас буду Шелли убивать. Падла, а? Ну падла, ну реально падла. Как меня бесит, что она достает своими патронами ко мне. О, заберем эту баночку. Надеюсь, никто сейчас не выйдет. Упс, уходим, все, уходим. Так, все, сейчас вообще, опять же говорю, просто предыдущей катке не фартануло. Но сейчас я уверен, что нормально затащу. Эта карта, она для Барли, для Динамайка. Вообще, я Динамайка на этой карте на изи апнул. Причем 8 или 7 уровня, не помню уже. А тут Барли 10. Блин, офигеть, она так достает далеко.
Да нет, пожалуйста. Да ну бля! Сука! Минус... Я видел, там было 6 бойцов, в смысле? Это что, я умер и резко за мной 3 человека умерло? Какого хера я 9-й? Окей. Окей. Как меня бесит то, что Шелли достает так далеко. О, это будет мощно. Так, хорошо. Хорошо. С кем ты тимиться собралась, блин? С быком, серьезно? Да, бык, ты чё, дебил? Меня просто реально сейчас бесит, я не знаю, все. Давай, да, подходи ко мне. Ты же так на дальняк вообще идеально. Блин, тут кто-то есть, нет? Не, никого. Надеюсь. Достаешь. Молодец. Так, ждем, сейчас патроны наберутся. Сука. Иди нахер просто. Я тебя сейчас зажму, блин. О, надо тут тоже зажимать. Господи, сколько тут Шелли. Так. Так. О, что, бык, тесно становится, да? Тесно становится, бычара. Сейчас тебе будет еще тесно. Падла, не подходи. О, боже мой, я не могу просто. Что делать? Да, бля, 8-м умер. Просто жесть. Минус 4. Я не понимаю, что происходит. Я тупо не понимаю, где Динамайки, где Барли, какого хера одни Шелли и Булы на этой карте. Вы, наверное, думаете, что на этой карте Булы и Шелли одни тащат. Да блин, на 500 кубков, вспомните, когда я пал Динамайка. 8 Динамайков было. О, наконец-то, блин. Какой бой уже, блин, подряд играю и ни одного метателя, сука, не увидел. Меня прям аж выбесило. В смысле? В смысле? А, теперь ты тимишься со мной, да, мудозвон? Сука. Сейчас я тебе покажу, мудак. Только что меня убить хотел и понял, что не получилось убить. Давай затимимся. Лицемер, бля. Все, давай, подходи. Сейчас я тебе покажу. Как мы празднуем Новый год. Иди сюда, сука. Ух, веселый будет стрим, друзья. Ну, я не успею, наверное. Я не успею, но я должен это сегодня закончить. Я просто знаю, что должен, но... Смогу ли я это сделать, это уже другой вопрос. Так, слушайте, а что-то он урон наносит нехилый. Так, вот с этим затимили, с Динамайком, это хорошо. Но того я за крысю... За крысю. По-любому. Крысану. По-любому крысану. Так. Так, угу, я понял, окей. 8 бойцов еще. Угу. Ну, неплохо. Я вот уже чувствую, что я этих двух динамайков просто буду сейчас вертеть на бутылке. Сейчас, только немножечко теснее станет. Немножечко теснее. Так, хорошо. Блин, то еще никто не умирает. Такая карта дурная, и никто не умирает. Так, ну что там? Ничего, не вообще никаких продвижений. Все стоят где-то на своих углах. Вообще прям не понимаю. Смотри, не подходит сюда никто. Да вряд ли подойдет. Вряд ли подойдет. Смотрите, пацаны, прикол. Ой, крыса, Холдик, как ты мог? Как ты мог закрысить так? Как ты мог? Молча. Ах ты, сука. Убил меня, падла. Плюс один. Ох, как много. Как много. Плюс один. Поехали. Не, я сделаю плюс шесть. Я сделал. Я до видоса делал. До видоса делал. Все было прекрасно. Ладно. Блин, ну это мой долг закончить Барли. Ну какого, блин? О, сейчас начало прекрасное. Мне нравится. Все, сейчас я этих буду гонять по всей карте.
Давай, 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 родной, давай, давай, мой пупсик, иди в центр, иди, иди, там тебе интересно будет. Оп. Сука, по-любому же где-то тут стоит. Вот смотрите, вот сейчас вот тут вот он, оп. Ну вот он, да, вот он. Вышел туда, окей. Так, здесь кто-то есть, нет? Так. Проверяем. Если что, отходим сразу. Ага, я потерял с видимости всех. Давайте проверять эти кусты. И где-то, ну, самая выгодная позиция, это, конечно, с Барли где-то внизу. С Динамайком можно вот тут, по центру, вверху всегда быть. О, Динамайк. Динамайк. Так, ну этого Динамайка крысить не буду. Вот просто что-то с предыдущими мне не особо нравилось. А с этим я буду играть по-честному. Так. Блин, я боюсь так подходить. Мне кажется, что где-то тут что-то кто-то поджидает меня. Бесит, бесит. Почему никто не умирает? У зона все уже и уже становится. Все теснее и теснее. Так. Ну тут уже никто не выйдет и никто не подойдет. О, там минус Барли. Ой, рикошет. Найс. О, это хорошо. Это хорошо. Сейчас мы его зажмем. Ой, вообще молодец, Дина. Да ты красавчик, Дина. Дина вообще молодец. Но если бы ты, конечно, чуть-чуть ровнее кинул, мы бы тут не были в опасности. Хотя мы и так не в опасности. Ты чё, сука? Ах ты ж, ну вот вам, пожалуйста. Я с ним по-честному, а он мудак. Вот так. Вот сука, а? Вот сука, а? Ха-ха-ха. Ай, мне это нравится. Ай, мне это нравится. Вот сука, а? Мы могли с ним, кстати, взять топ-1. Вот если с предыдущими ракалами, ну, которые два Динамайка, они какие-то стрёмные были, то с этим у нас были шансы остаться вдвоем один на один. Вот. Ну, потому что, блин, мы там нормально так обстреливали. Но, видимо, он не захотел. Ну, ладно. Блядь, чё так близко до кустов падаешь? Сейчас пойду проверю угол. Это мой рай. Это мой рай. Надо сделать скрин. Yeah. Ой, сделал скрин. Вот так. Мне просто нравится. Мне просто, блин, нравится это. Все, отлично, забираем. Так. Тут 5 банок. Ну все, пацаны, это последняя катка топ-1 сейчас будет. И все, я пошел стримить. Надеюсь, что я успею апнуть Барли на 500 кубков. Я на это очень рассчитываю. Так, и тут вообще опасно быть. Так, я не все кусты, да, проверил? Или все? Да все, все, тут никого нету. Динамайк, мы вместе или нет? Я тебе все равно крысану, поэтому можешь даже не этот. Я давно сделал вывод для себя, что быть честным в тиминге, это вообще, это себя не уважать. Ну, просто, ну, да, перед... Две катки назад вы скажете, ах ты мудак, закрысил, да, такой вот плохой. А что вы скажете с предыдущей катки, как вам? Я никого не крысил. И что сделал Динамайк? Да Динамайк меня сразу же вальнул при первой возможности. Поэтому, ребятки, крысить Brawl Stars, крысить, да, в соло, в ШД, это нормально для своей же безопасности кубков. То есть, ну, типа, все равно вам никто спасибо не скажет, если вы будете честным, и вообще похер. Ну, короче, Динамайк, сорян, но уже нам пора, пора прощаться. Все. Угу. 3 бойца осталось, неплохо. Ага, попался, мудак. О, и ты тут, родной. Сука, меня бесит это, меня бесит это. Я не могу, я между двух быков сейчас стою. Я между двух быков сейчас стою! Я убил его? Нет, я его не убил. Я хотел топ-2, а взял топ-3. Фух, короче, ребят, не знаю. Мой долг это поднять сейчас Барли на 500 кубков. Приходите на стрим, узнаете, смог я это сделать или нет. Осталось 1:50. Я сейчас быстренько публикую этот ролик и сразу же запускаю стримчански. Подписывайтесь на мой канал для стримов, на мой канал для влогов. Подписывайтесь на мой инстаграм, на этот канал. Будьте молодцами. Молодцами. Да, именно молодцами. Спасибо вам за огромное за поддержку. Жду вас на стриме. Это продолжение стримов на основе. Увидимся на стриме. Не прощаюсь. До скорых встреч.